Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую щекарную игру, как Fable The Lost Chapters. В предыдущей серии мы с вами прибыли на ключ-верк, и теперь нам надо понять, где искать этот ключ. Это что-то как-то все очень запущено, но вроде люди есть. Мужик, ты кто? Держись подальше от неприятностей. Хорошо, здесь вроде люди живут, и здесь даже есть домик. Сколько он стоит? 29. Не хочу! Хотя, кстати, именно этот дом я хотела купить, помнится. Он самый, по-моему, дорогой. Здравствуйте. Мой господин. Какие-то все любезные. Мы прибыли очень рано утром. Лавки еще закрыты. Нам туда вот, кстати. Но прежде чем мы туда пойдем, давайте зайдем в таверну. Подходи, сыграй в монетку. Монетку? Добро пожаловать. Сыграем в монетку. Давай. Что тебе по душе? Давай. Сколько ставишь? Да хрен его знает сколько. Давай. Ужасно, я боюсь. Так. Ой. Ужасные вещи о нем рассказывают. Осторожнее! Ой, почти десяточку. Осторожнее! Еще проиграл. А что надо было, сколько? Правила я почитала. Заданный результат 20. А, вот оно. Ничего. Может, какой-нибудь нет, другой? Нет, давай еще разок. Ставишь? Столько же. Давай. Заданный результат 20. Что там оргии какие-то. Ой-ой-ой, все плохо. Так, 5. Теперь нам нужно десяточку выиграть, как минимум. Да как проиграла? 10 и 2 раза на пятерку. Или он посчитал это как за четверку? Нет, я хочу. Интересно, что получилось. Ну, перелет. Долет. О, сэр, вы только посмотрите на них. Осторожнее. Ладно. Может, сейчас я хочу еще. Я хочу хотя бы да свиглить. Я человек не азартный, но сейчас я хочу. Точно в четвертую десяточку. Сейчас давай. Твою мать. Да ну вас нафиг. Может, добро пожаловать к игровому столу. Пиво, пожалуйста. Как-то у них тут все очень запущено, посмотрите. Косички. Я боюсь в помещении находиться рядом с этими людьми. А, ой. Я стыбзила что-то. Нельзя делать. Я случайно, оно само. Пиво. Блин. Только пришла. Ладно. Подходи, сыграй в монетку. У меня же только что было 79 тысяч, нет? Мне показалось. Наверное, показалось. Так, тут ничего выловить нельзя. Ну, не надо. Пойдемте тогда по сюжету. Мы пытались играть, у нас не получилось. Кстати, что тут продают? Хозяин! Гутен так. Ах, ах! Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Жизнь и пламя. Что продадим? Одну штучку. Жизнь 39 тысяч, да ладно?
Ну, блин, может себе оставим? Раз она столько стоит. Просто у нас будет оружие артефактное, в него вряд ли что-то можно будет вставить. А денежки... никогда не лишними. Не знаю, не хочу. Раз она столько стоит, вдруг она много выедает. Не. Чё продаешь? Вот, кстати, латные перчатки. Ну, ценники у вас, конечно, господа. Офигеть. Так, холодное оружие. Вот они, мастерские мечи. Мастерская катана. Ну, мастеровая. Ну, блин, 146. У нас сейчас меч, смотрите. 214. И мы потом еще лучше найдем. Может быть, даже купим. Давайте все-таки продадим эту жизнь. Как я говорила, в Северном Бауэрстоне есть торговец, у которого очень дорогое оружие, но оно очень клевое и самое лучшее. Солус, или как там, меч Солуса. А у него, по-моему, урон то ли 306, то ли еще что-то. И реально оно самое лучшее в этой игре, по-моему. Даже лучше, чем тот меч, который у нас по квесту, по сюжетному, артефактный вот этот. Даже он, по-моему, хуже. Мужик, ты нервный. Боюсь, так, нам туда. Я туда не пойду пока. Здрасте. Приветствую. Ух ты. Я греюсь у огня. Яйки подмерзли. Слушайте, они там... какая-то повсеместная оргия, блин. Оргазм какой-то. Осторожнее. Ой. Сам Ава послал мне тебя с небес. Да? Отвернись, женщина. Я боюсь. Только отвернись! О. Осторожнее. Короче, ладно, я потом к вам зайду. Нездоровые барышни тут обитают. Не смотри на него. Ваше величество. Уже величество. То высочество, то величество. Вы определитесь. Ой. Может, пойдем дом? Не поняла, блин. Ты откуда вылез вообще? Фонарели, что ли? Смотрите, штраф убрали за то, что я оружие достала. А потом убрала. Фонарили, блин. О, господи, кошка, вот тебя-то тут не хватало. Ворота закрыты? Хм. Раньше здесь этой преграды не было. Это объясняет то, что я нашла в гильдии. Встретимся в апартаментах Мейза. Я нашла полезную книгу. Что за гудение было такое? Ладно, а раз пока облом. Здесь лежит великий музыкант Джон Леннон. Представьте себе. Лерой Симпсон, человек, познавший искусство запоя. М. Даккер, накопил столько карточных долгов, что был лишен права посещать питейные заведения. Этого его душа не перенесла. Джордж Маккормак, или кто он там, Джонатан, белил потолок аббатства, когда обрушилась крыша. Джос... так, ладно, я не знаю, как... ЕМС квадрат. Мур. Думал, что знает о физике. Все, пока не навернулся с обрыва. Осторожнее!
что не так-то? Чего они все от меня шарахаются? Объясните мне. Вот чисто посмотреть даже. А, вот почему. Ну, даже когда у нас обаяние было плюс 100, они все равно шарахались. А что они шарахаются, на секундочку, правда? У меня эти татушки нормальные. О боже! Это из-за усиков, наверное. Усики там у меня злобные. Осторожнее! Ой! Ты заметь, этот символ урожая везде вообще. Где не лень. Да господи. Продяжья борода. Это потом как-нибудь на старости лет. Отвали с прохода, мужик. Ой, нельзя магию использовать. Вообще бы его долбануло бы с радостью. Очень... А, о, вот это, кстати, я бы поставила. Там еще нулевой этаж есть, смотрите. Ну-ка. Здрасте. А вы не свалите отсюда? У вас тут много всего так? Давайте его... Как-нибудь. Бугагаш. Ой. Sorry. Что ты сделал? Здрасте. Блин, надо туда вниз попасть. Я хочу. Надо пробежаться по домам, прошмонать их как следует. Ибо чую я, навар здесь будет. Сюда мы не войдем. Точнее, войдем, но смысл. Что за место такое? Подозрительно, однако, бритва. Туман даже здесь. Символизирует запустение и уныние. Вот, кстати, дом. Я бы его взяла, блин. Ну, чёрт, это тут такое тухлое место, на самом деле. Я уже так смотрю. Уже не в таком восторге, как раньше. Ладно, есть еще один очень клевый дом. Ну, это все потом. На белом берегу. Чё здесь гудит-то вечно? Ай, ой! Ай, ой, ой, ай, ой! Что это? Так пол игры. Это, конечно, упорото. Довольно забавно. Но не шибко. Когда по 20-му разу. Так, он сдриснул отсюда. Ушел, отлично. И здесь ничего нет. Вообще, блин, ну что за... Тофу. Латные перчатки. Ну, хоть что-то хорошее. Чё она ручку проглядела? Чё она татуировки для рук. Воины, считающие доспехи проявлением слабости, порой любят изображать их на своем теле. Это значит, что... О, наручи. Все, я поняла. Я хочу наручи. Если вы понимаете, о чем я. Если нет, ну и хрен бы с ним. Это не так важно. Все, что касается наручи, я люблю с тех пор, как я... нашу фамилию Аудиторе. Not hold guide, я спешу к тебе. Ты подожди. А, нет, остаться. Чё, почему тогда? Вопрос. Какого хрена? Мне же в Ильдию надо. Или мне прям туда, в смысле, мне разрешат туда телепортнуться. Да, в Гильдию можно.
Сволочь. Ты в пути? Здесь что-то не так. Что? Что? Нет, нет! Что происходит? Мама! Миньонки. Книга. Не забудь книгу. Твою мать. Она что, постоять за себя не может, что ли? Двух миньонов не может завалить, я вас умоляю. Томатургика Арбана. В этом древнем томе описаны забытые обряды и заклинания Крючего берега, в том числе способы возведения и убирания магических преград. Он написан на непонятном вам языке. Возможно, его смог бы расшифровать наставник. Ну ладно. И, видимо, Брайер Роуз нам будет в этом помогать, она же у нас там... Твоя мать оставила для тебя задание. Скорей, приходи ко мне в комнату с картой. Она же у нас на всяких языках-то вещает. Господи, как же тут получить-то этот... Сольциус. Кто бы помнил вообще? Ой, прям в колено. Скорее приходи. И тири-тири-тири стоит там, фигня страдает. Кстати, прежде чем мы подойдем к нему. А, нету что ли? Сколько? 18? Офигеть, мы растратили. У нас было их больше, чем зелий этого. Вы пришли лечение. По адресу. Нехило так потратились. Мы только начали радоваться, да? Это ужасно. Джек снова схватил твою мать. А она была слишком тупа для того, чтобы убить двух миньонов, да? Утром мы с ней говорили. Она рассказала о мече и ключе к нему. Нельзя, чтобы Джек победил. Ты должен помешать ему добыть ключ на Крючьем берегу. Для тебя есть задание, но если ты его возьмешь, придется бросить все остальные. Оно важное. Нет. Хорошо, закончи все начатое и приходи, когда будешь готов. Хорошо. У нас осталось только одно, по-моему. Да, заданий нет. Еще один переломный момент. У нас есть, по-моему, только одно. Вот, пропавший без вести. Давайте его выполним. Чтоб уж наверняка. Иди ты в пень. Так, Оуквейл мне нужен. Бежим. Я вот думаю, стоит ли закупиться чем-нибудь или так пойдет. Я туда бегу. Я настолько шикарно выгляжу, что бабы падают и кончают прямо на ходу. Вы этого не слышали. Так, ну чё? Орлиный троп — это хорошо, конечно. Опять перепугалась. Кстати, помню тут что-то. А, вот здесь можно было бы, кстати, спрятаться.
когда здесь стражники, точнее бандиты ходили. Плечи, о, со спины плечи, шикарно, вот. У меня спереди есть, хочу теперь сзади такие же. Ура! Надо будет на Холглайд слетать. Пожалуйста, помогите. Мой брат Томас ушел вперед и потерялся. Идемте со мной, я думаю, он где-то там. Ты думаешь? Ну, вперед, че. А ты-то куда понесся? Стоял вот тут. Еще тебе бегать догонять. Он где-то в чаще. Я боюсь туда идти. Ну, слава богу. Хоть один умный поступок. Так. То чувство, когда ты уже даже не смотришь на врагов, убивая их. Сейчас я тебя вскрою. Ты что ж ты делаешь-то? Придурок. Странно получилось, лестница мешает жить. Не буду. Над твоим трупом зачем? Чё, где этот торговец, блин? Помогите! Пожалуйста, помогите! Отведите меня к брату. Вы ведь его видели, конечно. Конечно. Пойдем. Ты что тут делаешь вообще? Скорее. Ну так иди сюда, за мной, давай. Ой. Господи. Кошка, господи, ненормально. У меня тут мотылек летает по комнате. Жирный такой. Она его увидела. Главное, чтобы она сейчас... Я иду. Ой! Я ободрала занавески. Не дай боже, я вообще ее убью. Если она что-то видит, как и все, в общем-то, кошки, она прыгает на все, что подряд. Что попадется ей. Попадется на глаза. Ой. Ой, как же это я так по-глупому. Ну что ты. Бывает, мужик, бывает. Секундочку. Стэн, где ты? Ой, ой. Ладно, я отвлеклась, извиняюсь. Вылечи меня. Вылечить тебя? Ты офонарил? По-моему, мотылёк приклеился к лапке. Сейчас просто ночь глубокая вообще. Я иду, я иду. Будет больно, да. Она, по-моему, била, била лапой. Вытащите меня отсюда. Приклеилась ей к лапе. Фу, ужас. Я... Уа. А чё, кстати, вот это за знаки такие? А, это братья. Что они так близко расположены? Где ты? Ай, ой! Фу, блин, он реально, по-моему, приклеился ей к лапе ужасно. Она идет и постоянно смотрит на нее, на эту лапу. Типа, чё это там такое? Ужасно. Ладно, ребята, извините. Лирическое отступление, да. Фу, она ковыряется там. Ничего. О, вы его нашли. Спасибо, спасибо.
Вот, возьмите. А вам, пожалуй, пригодится. О, подсказка номер два. Фу, она отлепила зубами, короче, мотылька от лапы и сожрала его. Пакость вообще. Если бы у меня что-то между пальцами ног, например, застряло бы и мешало мне ходить, я бы, наверное, сдохла от истерики. Хорошо. Короче, берег. Нам же туда? Нет, стоп, нам не сюда. Мы не взяли это задание, точно ж. Знаете, то чувство, когда у тебя кошка смотрит куда-то в потолок, и ты знаешь, что там, значит, что-то есть, раз она туда смотрит. Нехорошее чувство. Твоя мать оставила для тебя задание. Скорей, приходи ко мне в комнату с картой. Задания нет сказано. Я не знаю. Давайте качнемся. Не то, чтобы у нас было много навыков всяких. Прям даже не знаю. Можем взять, конечно. Но я постоянно другим пользуюсь, смысла мне брать. То, чем я не пользуюсь. Это меч-призрак, может быть. Или град стрел. Ну, мечом я, по-моему, то чаще пользуюсь, да? Так, давайте сохраняшу. Сколько у нас серий идет вообще? Это ужасно. Утром мы нельзя, чтобы для тебя есть. Берем, берем. Хорошо, теперь скорее давай тавматургию. Когда окажешься у преграды в аббатстве на крючьем берегу, я свяжусь с тобой через амулет. Окей. Если я не перепутал слова, преграда обязана рухнуть. Итак, ты получил новое задание. Понеслась. С Богом. Он за нами гонится. Ну какая байда страшная. Нет, мы все здесь погибнем. Это задание для Геральта. Вперед. Что у нас там? Что это было? Летающая страшная хрень, которая сдохла с одного удара. Реально с одного удара дохнет. Прелестно просто. Здравствуйте. Чего? Ты тут откуда взялся? Ты жив. Я волновался, когда ты пропал. Ага. И сестра у нас там, твоя, да? Твоя сестра. Я знаю. Пришлось ее связать. Джек захватил над ней власть. Поэтому я здесь. Я пытаюсь его остановить. Врешь, как дышишь. Он работает на Джека.
Нет, она хочет тебя запутать. Она... На это нет времени, старый ты злахай. Совершай ритуал, Мейс. Ключ нужен мне немедленно. Я почти закончил. Теперь все будет проще. Значит, ты улизнул из моей западни. Странно, что так поздно. Я надеюсь, вы не потратите слишком много своей драгоценной крови. Ты гад, Мейс. Долго же ты от меня прятался. Отвезти эту парочку в палату. Я скоро там буду. Удивлен? Зря, зря. Лишь недоумок встал бы на пути у Джека. Ты не победишь, малыш. Мир принадлежит Джеку. Да пошел ты, блин. Я тебя зашатаю, блин. Ах ты говнюк, ты тоже так умеешь? Знаешь, почему я пощадил тебя? Почему? Слух скажи, я не слышу из-за молнии. Но это не страшно. Сделаю это сейчас. Не, молния на него вообще по нулям. Говнюк. Почему я пощадил тебя? Нет. Так, обожди, не то. Знаешь, почему я пощадил? Это то, что у меня придурок. Ах ты гад! Смотался в самый ответственный момент. Паразит. Нравятся мои стрелы, гад. Где он, упырь? Ну, кстати, со стрелы неплохо прилетело. Где он? А правда, где он? Мейс, мать твою, где ты? Ага. Вон-то где. Старайся получше. Так, магический щит с него отвалился. Мочите его, мечики. Отвали. Паразит. Так. Мейс. Где Мейс? Откуда летит? А, вон оно. Меня оставили искать тебя, но я был слаб. Гад, он стреляет оттуда, и мне его не достать. Да попасть я не помню, если честно. Чтоб я знала вообще так. А, ну. Это не секундочку. Ты там пока подожди, я сейчас приду. Yeah!
Чувак, я тоже так умею. Ты зря нарываешься. Вообще не вставай. Старайся получше. Я и так стараюсь. Не работает на него, пока он в своем щите. Нужно было убить тебя тогда. Да, нужно было. Говнюк. Он внизу. Ну, мы сейчас наверх поднимемся, посмотрим, что там. Еще успеем его зашить. Да как он в меня попадает-то, блин, оттуда? Еще по мне реально. Муренская секира. А это че? Так, это пока никак. Где мои мечи? Что-то не туда пошло. Что ты справишься, Джек? Геральт и не с таким справляется. Я хорошо знаю твои слабые стороны. Нифига ты не знаешь. Нужно было убить тебя тогда. Нужно было. Я хорошо. Говнюк, поганец, паршивец, чтоб тебя. Был неправ. Может быть, ты сумеешь победить Джека? У тебя осталось мало времени. Он использует ключ, чтобы активировать места средоточия силы. Тогда он получит меч. И будет слишком поздно. Они хотят его остановить. Никто из них не сможет. Хочешь спросить, почему я так поступил? Наверное, потому что я старый трус. Не все готовы к смерти. Для иных из нас задача, единственная задача, избежать ее любой ценой. А я, похоже, не сумел. Отлично, козел. О, подстой. Так, мы завершили задание. Есть хороший повод сохраниться и, в общем-то, на этом остановиться. Джек опять похитил мать, опять похитили сестру. Почему? Хотя, почему опять сестру? Ну, в общем, все очень плохо. Герой, я жду тебя в гильдии. Да-да-да, нас уже ждут, и в следующей серии мы, в общем, двинем свои кости на спасение матери и сестры. И, в общем, посмотрим, что как оно получится. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, зовите друзей. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Seven. Всем удачи и пока-пока.